О других рекордах поговорим. Огромные рты, длинные хвосты, бородатые женщины пока ставят рекорды у нас на Олимпиаде, Паралимпиаде. Вот, к примеру, спортсменов последовали обычные люди и животные. Хотя, насколько все они обычные, мы сейчас выясним. Итак, вышло новое издание книги рекордов Гиннесса. Туда, по традиции, вошли шокирующие, невероятные, ну и часто совершенно нелепые рекорды. Давайте же их разберем, самые яркие из них. Итак, летают не только птицы, но еще вот эта лама Каспа из Британии. Она допрыгнула до рекорда. Высота ее прыжка, представьте себе, 1 м 13 см. Многие могут позавидовать. Ну и кто знает, возможно, это еще и не предел. Следующий, самый хвостатый в мире пес, Кеон из Бельгии, радуется приходу хозяев домой целыми 76 см своего хвоста. Ну а если учесть, что в семье, где он вырос, двое детей, легко представить, как этому хвосту, наверное, порой доставалось. Итак, следующий рекордсмен, сразу причем в двух дисциплинах, это австриец Йозеф Тедлинг. Во-первых, он в огне не горит, и что он всем доказал. Во всяком случае, не горит 5 минут 41 секунду. Ну, а во-вторых, в таком вот горящем состоянии его долго, почти 500 метров, тащила по полю лошадь. Дальше. Балеринам до этого парня далеко. Самый большой угол разворота стоп у мальчика из Лондона, как выяснилось, Максвелла Дея, он способен развернуть свои ноги на 157 градусов. И признается, ему совершенно не больно. Но тут проблема, чтобы случайно не попятиться, приходится носить специальные стельки, иначе до места назначения так и не дойти. Мужчины равнение на дам. Вот эта бородатая красотка Харнаам Каур, самая молодая женщина с бородой в мире. На момент проверки ей было 24 года, ну, а длина ее растительности на лице 15 сантиметров. Кончита Вурст завидует. Ну и далее. Открой рот, запихни бутерброд. Причем целый. Самый большой рот в мире оказался у немца Бернта Шмидта. Он может открыть его почти на 9 сантиметров. Представляете, сколько вообще вкусностей туда войдет?